Маленьких лыжников из Красногорска и не только приглашают принять участие в традиционном спортивном фестивале имени Сергея Веселова. Крещенские морозы на лыжном стадионе будут проходить целых два дня. 29 января на старт выйдут воспитанники детских садов и школьники до 8 лет Красногорска, а 30-го – участники из муниципалитетов Подмосковья и других регионов. Юным спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 300 метров, за что у каждого участника ждут сладкие подарки. А после ребята смогут прокатиться на оленей упряжке и снегоходе.